Ну что, всем бобра, добра, здоровья, и сегодня мы решили с семьей поехать за грибами в лес, поэтому let's go к просмотру. Мама нас разбудила очень рано, и в 6 часов мы уже ехали куда-то в лес. Вот, Витя. О, смотрите, какая шикарная лакшери-остановочка. Все имеется, так сказать, и скамеечка, и знак. Итак, пробуем бруснику, смотрите, какая красота. Точно можно кушать? Да как нельзя-то это брусника на сына кушать? Так давайте продавать ее. Вкусная. Она очень вкусная. Пособирали бруснички. Брусника, да, ведь я забыла? Вот, красивая какая. Сейчас поедем по грибы. Тут грибов нету. Во, поехали! Let's go! Бежит. Ну и, конечно же, как по традиции, мы успели поругаться 300 раз, а потом помириться 300 раз. А потом мы были очень нерешительными решалами и долго выбирали место, где же нам остановиться, потому что нам нигде не нравилось, и мы просто ехали вперед. Итак, вышли в какой-то новый лес. И, конечно же, опять нет никаких грибов. Хотя вроде бы тут много машин стоят, знаете. Они вроде бы что-то пытаются тут найти. Ну что, спустя сколько мы? Часа, наверное, два искали место. Мы остановились вот в каком-то лесочке. Поэтому сейчас мы пойдем именно вот в эту глубь. Выглядит угрожающе. Опасно. Мы пробираемся сквозь дебри. Оу. Обзор на наш дом. Улей. Песня трагичная. За одной партой с ним на... О нет, мама уже убежала. Просто быстрострел, скороход. И мы за ней. Так. Мама зовет. Давай. Ну-ка, ты сможешь, я в тебе... Осторожнее. Где грибочки? Где грибочки? Где грибочки? Грибочки. 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 Грибочки, вы где? Грибочки. Ползком. Ой. Я родился. Чего, мам? Что-то мама там кричит. Кричит что-то. Чего, мам? О, гриб. О нет, походу я потерялась, потому что я сейчас осталась немножечко пофотографировать. И родители куда-то ушли. Мам! Одиночество. Сволочь. Одиночество. Скука. О, я их вижу. Быстрее. Идем, вижу. Смотрите, какие милые грибы. Вот это да. А мы так ничего еще не нашли спустя 3 часа. Идем дальше. Не отпускаем руки. Мотивация от Сони. А? Давай. А сейчас выскочит медведь. И такой бе-бу, бе-бе-бе. Я посмотрела, думала, что медведь там правда. Где? Ой, реально. Прям такой, как будто он стоит к столбу. Мы идем. Мы тут. Мы живы. Обзор на как его? Обзор на ведро. Очень много мы набрали. И вообще эстетик просто ножик прям. Да, такой эстетик. Скажите, даун? Даун! Экстремалы. Мы были экстремалами и ходили прямо это. Зато это как это, в картине шишки, эти мишки в лесу. Конечно, экстремалы, прям экстремалы. Прифотошопим себя, давай вставим, типа вот так вот, как мишки. Давай встанем, как мишки, и потом я просто прифотошоплю. В общем, можно по лесу там. Заехали. В какой мы лес? Это 4-й, 3-й лес. В общем, ничего мы тут опять не нашли. Очень странно, потому что мы же в прошлом году заезжали сюда. Я помню эти места. И тут было много грибов. Белый, вот тут белый классный, вот тут. Вот тут вот везде были грибы, а сейчас их нету. Вот ведь. Грустно. Покоряем Эверест. Грибов нету. Так пластинчатые они могут быть и обычные. Могут быть, но в основном они ядовитые. Давай, мнение эксперта. Почему нет грибов? Интервью. Было очень сухо, долго.
Вот так вот. Не, ну вчера а же холодно. Вчера же шел дождь. По идее. Ну, но еще должны быть чувствую. Я чувствую. Ты чувствуешь. Чуйка твоя тебя не обманывает. Никогда. Вообще, чтобы вы понимали, мама заядлый вот этот вот охотник за грибами. Мама просто обожает грибы собирать. Тихий охотник, да. У тебя есть фотографии из молодости, если что, я бы вставила. Нету, наверное. Есть? Где ты грибы там собираешь? Мы с папой где-то... Вот, я тогда найду их и пофоткаю, и вставлю. Полароидные, ты помнишь? В общем, вот такие вот грибы мама собирала. Какая молодец. Белые. Вот. А сейчас их ничего нету. Ну, ничего. Ищем. Соня, у тебя супер нюх. Видели? Что такого? Это клоп. Зеленый клоп. И что? Вы слышали? Нет. Точно? Потревожили ее. Человек как сидит. А я продумана. Вов, это ты? Это Вова. Вова, посмотри на нас. Ну все, хватит. А похоже, кстати, между прочим. А похоже, кстати, между прочим. Я уже заплакала. Все мои пум-пум-пум-пум-пум про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы. Танцы странные, и снова ночь седая. Забирай свои ДНК. Ну что он сделал? Да, уехала. Но я одна туда не знаю дорогу. Итак, мы заехали уже в другой сейчас лес и посмотрим, есть ли тут грибы. Зато мы уже увидели мухомор. Если тебе грустненько, встань и потряси пузиком. Да. Профессионал. Почему у меня попа вся сырая? Два. Так, подожди сейчас. Надо найти паутину. Мне нужна паутина. Паутина. Давай я вот тут буду выставить. Стопи-стопи, ребята, я все еще жду вас всех в своем телеграм-канале, где мы с вами общаемся 24/7 и строим плотину бобров. Так вот, также жду в Боброграмме, поэтому гостеприимный я человек, всех жду, уважаю, в попы не посылаю. Пожалуйста, сделайте подарочек на день рождения, подпишитесь на мой телеграм и Боброграмм, все. В процессе съемки. Да. Дубль 3 пошла. Вот так вот. Смотрите, снимаю влог во влоге. В общем, грибы не нашли, сейчас я снимаю на камеру. В общем, вот так вот. Как красивый кадр такой. А там муравейник. А там муравейник сзади нас. Пранк над Вовой. Да ладно, он понимает, что мы шутим. Он уже прокусил нас. Заварю-ка кофейку. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, заварю-ка кофейку. Уже переход не через мухомор. В общем, мы сейчас съездили по грибы, которые ничего не собрали, и заехали в сват. Сваты. Заехали в сад. Вот, кто олды, тот вспомнит этот домик, эту баню. Вот, кстати, да, ну-ка, важные словечки хочешь сказать, промолвить, мой брат. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ты еще тише мог сказать? Как и папа. Нет, что стало с Буратино? Здесь как обзор на морковку с нашего сада. Сейчас попробуем оценим, но ее надо как-то оторвать. Чай не вони, и шпивани, и шпивани. А на этой прекрасной ноте, я думаю, что можно заканчивать это видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Вы поставите лайк, напишите свой бобровый хайпуковый комментарий. Подпишитесь на мой канал. В общем, всем бобра!